Ежегодно у города появляется возможность привести в порядок асфальтовое покрытие на дополнительном участке за счет субсидий из областного бюджета. В 2024-м на ремонт дорожного полотна выделили 5 миллионов 800 тысяч рублей. Одно из условий получения финансирования – определить участок должны сами жители города. В 2024 году предусмотрены несколько автомобильных дорог. Это улица Димитрова, продолжить планируем этот ремонт. Улица Советская от здания номер 3 в сторону проспекта Музрукова. Дорога от Ключевой на КПП-1. Дорога большая, там она разбита на два участка. До садоводческого общества «Союз», железнодорожного переезда в районе садоводческого общества «Союз». И уже за железнодорожным переездом в сторону зоны отдыха «Протяжка». И проспект Ленина. Этот участок также ремонтировался до улицы Александровича. И планируем продолжить ремонт автомобильной дороги в сторону 20-й школы. Участок, который наберет наибольшее количество голосов, будет отремонтирован в течение этого года. Планируемый объем не более 2890 квадратных метров. По словам специалиста ДГХ Анны Шампаровой, все участки, выдвинутые на голосование, нуждаются в ремонте. Те, что не получат финансирование от области, улучшат за счет местных средств. Хочется сказать, что в 2023 году и предыдущих годах уже за счет областных средств из этих представленных автомобильных дорог были выполнены ремонты улицы Димитрова, два участка общей суммой более 12 миллионов. Голосование пройдет с 9 по 12 января. Выбрать приоритетный участок для дорожного ремонта можно на сайте городской администрации, в официальном сообществе ВКонтакте и группах, которые сделали репост записи с опросом. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».